Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем предновогодний концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем сегодня первое отделение композиции, написанной мною не так давно, на тему театра масок. В общем-то, я слышал что-то про этот театр масок, но все-таки решил проверить, уточнить свои вообще познания, и хочу вам тоже рассказать, что я прочел в интернете. Значит, театр масок возник в Венеции где-то в середине 16 века. Некто Анджело Биолько, вдруг ему пришла в голову мысль объединить различных отдельных развлекателей, потому что вы, наверное, знаете, в Венеции очень весело живут, там все время происходит карнавал, все веселятся и тогда, и сейчас. И в этом карнавале, вот до середины 16 века, участвовала масса различных персонажей, которые развлекали, значит, народ. И, в общем, и каждый жил своей жизнью. И вот ему пришло в голову, этому Анджело Биолько, объединить их все в один коллектив, оставив за ними те персонажи, которые они себе присвоили. Но он поставил условие, чтобы уже больше персонажей, вот один актер взял за этот персонаж, так и будет все время его играть. Вот так возникло нечто, где, значит, не только костюмы, но самое главное, там были маски. И, в общем, это получило название «Комедия дель арто». И вот в этой «Комедии дель арто» этот театр, он начал уже, значит, там появились какие-то сценарии, и причем были в рамках сценария, можно было импровизировать. Но только в рамках того образа и той маски, которая была закреплена за каждым актером. И вот появилось дикое количество масок. Я просто вам напомню, потому что у нас где-то в средствах массовой информации все равно мелькали эти, значит, это панталоны, бригелла, орликин, тарталья, Скарамуччо, Пульчинелло, Коломбино, Смеральдино, женские маски. И вот, вот с таким набором они переезжали из города в город, причем сразу же вот эти маски стали изображать, значит, кто-то был хитрый слуга, кто-то был наивный какой-то там богач, кто-то наоборот был такой злодей-чиновник. В общем-то, где-то первое, так сказать, время существования этого театра, этот театр был даже социально не очень нужен властям, начали их преследовать, но в то время можно было спокойно переезжать из города в город, и никто даже не знал, куда они уехали. В общем, постепенно этот театр, он стал очень популярным и перешел и в другие страны, уже во Франции. Возникли труппы, вот «Комедия дель арто». И вот там, во Франции, и появился тот персонаж, которому я и посвятил эту пьесу, это Пьеро. Эта маска через несколько веков сделалась символом вообще всего театра. Ну, а в России впервые вот представление театра масок возникло в 1906 году, когда наш великий поэт Александр Блок написал пьесу «Балаканчик» для театра масок, который базировался тогда в театре Комиссаржевский. Кстати, театр сейчас существует в Питере. А роль Пьеро сыграл начинавший тогда совсем молоденький Всеволод Мерхольд. И вот таким образом в России появился вот этот самый театр масок.
Ну, а в советское время, уже в начале 20-х годов, продолжен эту традицию молодой тогда еще режиссер Евгений Вахтангов, который стал исполнять и сам сочинил спектакль «Принцесса Турандот». И этот спектакль идет и до сих пор в Московском в театре имени Вахтанга. Вот такая история. Ну а сейчас послушайте пьесу, которую я назвал «Грустный Пьеро». Thank you.
сейчас вы услышите песню, которая принадлежит, в общем, к наиболее серьезным таким образцам американской поп-культуры. Она принадлежит к репертуару замечательного ансамбля Квинси Джонса. Вообще этот человек очень много сделал и для джаза, и для поп-музыки. Особенно много он сделал для Майкла Джексона, кстати говоря, которому делал все аранжировки и писал даже музыку к многим его песням. И вот сейчас прозвучит песня, в общем, это даже, можно сказать, такая баллада серьезная, где такая поднимается такая философская проблема, что все меняется в жизни, кроме одного. Природа не меняется никогда, что бы ни происходило. Ее исполнит наш молодой новый участник «Арсенала», его зовут Марк Юсин. Итак, пьеса «Everything Must Change». Everything must change. Nothing stays the same. Everyone will change. No one stays the same. The young become the old. Yeah.
Yes, everything must change. Bravo! Спасибо. Сейчас вы услышите песню, которую когда-то напел замечательный певец. Его зовут Джино Ванелли. Он родился в итальянской семье в Канаде, в англоязычной ее части. И вся его семья состояла из очень талантливых людей. Все братья и отец, все играли на клавишах, сочиняли песни. И в конце концов Джино занял первое место во всех списках популярности, но в Канаде. И вот ему посоветовали, а не поехать ли ему все-таки в Америку и не попытать там счастье. Но, в общем, он поехал. И, в принципе, довольно быстро, уже в начале 70-х годов, начал завоевывать первые места в списке популярности уже американских списков. И это не понравилось тем, значит, владельцам, потому что приехал из Канады белый какой-то человек, а в основном владели чернокожие хозяева, и он оттеснил самых популярных чернокожих певцов в стиле фанк, фанк и фьюжн. У него были очень непростые при этом пьесы, и тем не менее он обошел по популярности очень многих тогда популярных звезд. Его начали потихонечку так зажимать, как это умеют делать в музыкальном бизнесе, и к концу 70-х годов он вынужден был просто сойти со сцены, но он никуда не делся. Он воспользовался этим, таким как бы отдых себе взял, и отдыхал, и заодно и овладевал какими-то восточными мудростями, провел в монастыре, в одном из буддийских монастырей, вообще занимался йогой и всеми восточными видами технологий таких интеллектуальных. И, в общем, потом начал снова петь, и он, ну, правда, переселился в Европу, он живет сейчас там. Но я думаю, что все-таки самые лучшие его песни были созданы именно в 70-е годы. И вот сейчас вы услышите один из тех хитов, которые тогда и затмили остальных звезд. Называется эта пьеса «The River Must Flow». And
Сейчас вы услышите песню, кстати, тоже очень серьезную по своему содержанию. Она принадлежит человеку, которого зовут Элвис Костелло. Если кто помнит те старые времена, когда зарождался панк-рок, это было такое время, где-то конец 70-х годов, когда британская экономика вдруг начала разрушаться. И тогда к власти пришла Маргарет Тэтчер и ввела такие законы экономические, которые сразу поправили это экономическое положение Британии, но зато молодежь любая, богатая, бедная, средняя, они оказались вообще без работы. И от нечего делать, они ходили по улицам, они где-то собирались. Вообще даже были акты такого хулиганства, как, потому что незанятость – это страшное дело. И вот в это время и образовались такие какие-то коллективы, нигилистические совершенно, они отрицали все, им все не нравилось. Это типично английское такое явление. Нигде больше такого не было, как в Англии и в то время именно. Они собирались где-то в каких-то гаражах, где-то в подворотнях, и что-то пели, сочиняли, и все делали назло. И вот, но среди них были и очень талантливые люди. И вот выделился тогда уже Элвис Костелло. Он в противоположность многим, кто уродовал себя, носил дурацкие прически, какие-то раскрашивали лица там разными красками, работали под индейцев там каких-то, лишь бы протестовать, лишь бы делать назло. Он тогда вдруг стал выглядеть, он такой подчеркнуто издевательский, таким как чиновник английский, такой в костюме, в галстуке и в очках. И вот он запомнился именно этим, что он такой вдруг... А песни-то пел как раз очень глубокие. Но потом прошло много лет, и вот не так давно, где-то это был, по-моему, 2004 год, вдруг выходит пластинка Элвиса Костелло. Я с удивлением ее скачал из интернета и вдруг понял, что это не тот совсем Элвис Костелло. Он стал немолодой и очень мудрый, и главное, очень серьезный и позитивный. Там не было никакого протеста, наоборот, это была очень серьезная музыка. И вот сейчас вы одну из песен, которые на этом альбоме, альбом этот называется «Норд», «Север». Советую зайти в интернет и скачать его. И вот сейчас прозвучит песня с этого альбома, где сам Элвис, он часто даже сочинял слова и играл на разных инструментах. И называется эта песня «Let me tell you about her». Apples and berry and this wheat and gad, that is a notion that I might as well forget. Price look at me these days with fond surprise, but then I start to speak the rather right. Let me tell you about her. Hush, now I've said too much. There's something indescribable I can't quite catch. Let me
tell you about her, the way that she makes me feel. And draw the curtain on this day I shan't reveal. Some things have to pass on to me. Wasn't very conversational, except to say that you're sensational. Friends now regard me, including smiles. And then I start to speak the wrongful minds. Let me tell you about her. Hush, now I'm sad too much. There's something in this grab a ball I can't quite catch. Let me tell you about her, the way that she makes me feel. And drop the curtain on this thing I shall wasn't very indiscreet, and yeah, that is a notion that I might as well forget. Friends look at me these days with fond surprise, but then I start to speak the wrong that первое отделение инструментальной музыкой. Вы услышите пьесу, которая принадлежит последнему периоду творчества Майлза Дэвиса. В его коллективе основную роль как бы музыкальным руководителем был бас-гитарист и кларнетист, и очень талантливый человек Маркус Миллер. И вот я помню, я тогда был фанатиком Майлза Дэвиса, остаюсь ими по сию пору. Но это были советские годы, и информации еще не было. И когда я услышал по эфиру пьесу, которая странным образом так называлась «Ту-ту», ну, я, в общем, не придал значения, но какое-то такое странное сочетание. То гораздо позже я выяснил, что эта пьеса была посвящена замечательному архиепископу, которого звали Дезмонд Пило Туту. Это крупнейший общественный деятель в Южной Африканской Республике. Вы, наверное, знаете, что там до 1984 года
в общем-то, был апартеид. Это такой определенный вид нацизма, это практически почти фашизм. То есть власти делали с людьми, что хотели. И почему-то это был Южная Африка, как-то никто не обращал внимания, хотя уже расправились с немецкими нацистами, давно уже были суды и все. А вот в Южной Африке это существовало. Причем не обязательно, значит, там белые с черными там разделались. Нет, там вообще такая была сложная борьба за власть между разными кланами. И вот многие пытались бороться с этим апартеидом. И одним из таких борцов был Нелсон Мандела, которого просто посадили в тюрьму, и он там просидел 20 лет. А вот Дезмонда Туту не могли посадить, потому что он был архиепископом, получал сан из рук самого римского папы. И вот когда все-таки в 84 году апартеид осудили, и там все отменилось, это был праздник. И вот этому празднику посвящена пьеса, которую вы сейчас услышите. Маркус Миллер, «Туту».
соло на бас-гитаре исполнил Евгений Шариков. Юрий Погиба, клавишный инструмент. Эдуард Петрухин, барабан. Алексей Козлов, саксофон. И Марк Юсин, наш вокалист. Ансамбль «Арсенал». Спасибо. Ну а теперь давайте сделаем небольшой анонс. All the roads, feel all the roads, brain is screaming like a toad.
Thank you.
Stupid Doors, называется Riders on the Storm. Это классика американской поп-музыки. А затем прозвучала моя композиция «Алайский базар». Но сейчас мы снова продолжаем нашу вокальную часть, и, в общем-то, она продлится уже до конца сегодняшнего концерта. Сейчас вы услышите один из хитов популярной группы, которая называется Tears for Fears. Они тоже возникли давно, еще в начале 80-х годов, как панк-группа, но потом изменили свой стиль и, в общем-то, популярны до сих пор. Дело в том, что вообще многие тогда рок-группы, английские именно, я имею в виду, состояли не из профессионалов. Это были студенты, которые учились на, отнюдь не на музыкальных факультетах. Ну, вы знаете, Pink Floyd учились там на архитектора. Вот эти люди, которых зовут Роланд Арзабал и Курт Смит, они учились вообще на каком-то философском факультете, изучали какие-то эзотерические сложные такие науки редкие. В общем, непростые ребята. И вот они придумали Tears for Fears. Это, в общем, их вдохновила книга Артура Янова, которая называется «Первобытный вопль». Это такая довольно непростая была книга, очень модная в те годы. И вот пьеса, которую вы сейчас услышите, она тоже взята, очевидно, из названия этой книги. Пьеса называется «Shout», то есть «Вопль». И, скорее всего, именно вот этот вопль, одна из версий, что это вопль вообще новорожденного, когда он впервые появляется на свет и начинает кричать. Вот такая история. Итак, Tears for Fears, Shout. Thank you.
спасибо. Мы закончим наш сегодняшний концерт песней, которая является хитом этого года. Ее исполнитель Эд Ширан, который, в общем, стал одним из популярных сегодняшних певцов. И вот эта песня сейчас прозвучит в нашем исполнении. Она называется «The Shape of You». Thank you.
Cause you can't secure.
Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, прощаемся с вами до следующих встреч в следующем году. Благодарим вас за внимание. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.